Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать! Пришло время показать вам новиночку от торговой марки Neoneo. Эту торговую марку я уже вам показывала на своем видеоканале, и сегодня хочу вам показать яркие, красивые новиночки, не только яркие, но и модные новиночки от этой торговой марки. И если кто-то из вас не видел предыдущий обзор на эту продукцию, я обязательно ссылочку оставлю под этим видео, сможете пройти, посмотреть и, может быть, что-то для себя присмотреть. На моем канале вы можете видеть обзоры различных торговых марок, в том числе и бюджетных. Эта торговая марка не относится к числу бюджетных и подходит, скорее всего, для мастеров, у которых кабинеты, и те мастера, которые не могут себе позволить работать на бюджетных марках, но по разным причинам, либо салоны, которые имеют статус класса люкс. Но торговая марка предлагает расфасовку в двух вариантах, свой материал в небольших и в пузыречках побольше. У меня в руках 6-граммовые пузыречки гель-лака. На пузыречках у нас все выходные данные. Очень все подробно написано, как хранить, как сушить. Страна-производитель, страна-реализатор. Все вы найдете на этикеточке. Сверху выкраска и почти точный цвет выкраски. Ну, не почти, так скажем, визуально приблизительный, который вы уже можете знать. Номерочек и также название на английском языке. 6 миллилитров, как я уже сказала, эти пузыречки. В маленьких пузыречках плоская кисть, прям очень плоская у основания. Кисть небольшая и тоже сплюснутая, удобная в работе. Мне пришла также база Extra Strong объемом 5 миллилитров. Особое хочу обратить внимание, потому что гель-лак точно в такой же упаковочке, но 6 миллилитров, а база точно такая же расфасовка, но 5 миллилитров. У меня уже есть база от Neoneo, я вам ее уже показывала. Сейчас еще раз покажу. Это обычная база, она не каучуковая, обычная база 15 миллилитров. Имеет негустую консистенцию и подходит она для нормальных ноготочков, у которых нет каких-то особенностей, которые не проблемные, растекается, наносится хорошо, ровненько ложится по поверхности ногтевой пластины. Если нет никаких неровностей, она вообще идеальная, но если есть какие-то небольшие неровности, эта база тоже скрывает. По поводу носибельности у меня к этой базе вообще нет никаких нареканий. База мне это нравится еще тем, что она очень быстрая в работе. Наносить, особенно ноготочки, если беспроблемные, вообще на раз, два, три. Но функционал этой базы уже немножечко другой. Название у нее Extra Strong. И она совершенно другая. Она уже намного гуще. Запах у нее менее выраженный, чем у обычной базы. Кисточка маленькая, вот такая темненькая, удобная в работе. И знаете, хочу сказать, что эта база тоже отлично подходит, особенно для ноготочков проблемных, которым нужно создать дополнительный объем. Хорошо выравнивается, не нужно над ней там колдовать и нашептывать. Она очень быстро и легко распределяется по ноготочку, просто песня, а не работа. Я уже серьезно поработала этой базой и нисколько не преувеличиваю ее способности. Этой базой можно также делать до наращивание небольшое, сломанные какие-то делать, ремонтики ноготочков, уголочков. Можно также выполнять коррекцию этой базы. Она носится очень хорошо, так что я вам ее рекомендую. Это усиленная формула номер 4478, для того, чтобы вы ее легко смогли найти в каталоге. У меня всегда в работе две базы. База обычная и база погуще. Я вам покажу три неоновых модных летних цвета, а также 4 пастельки и 2 ярких насыщенных оттенка. Неоновые цвета по консистенции отличаются от пастельных, они погуще. 48-20/1/1 обозначает, что это маленький объем. Это трехфазные гель-лаки. Для этих гель-лаков нужна база и нужно финишное покрытие. Я уже поработала этими гель-лаками и могу сказать, что они двухслойные, их нужно наносить в два тонких слоя. Неоновые
неоновые цвета яркие, насыщенные, но все-таки они на витражной подложке, поэтому их лучше наносить, если, конечно, клиент хотел бы поярче неоновый цвет, тогда их нужно наносить на белую подложку. Но если вы будете наносить в два тонких слоя без белой подложки, то, в общем-то, они тоже будут яркие, но немножечко, чуть-чуть приглушеннее, нежели бы, если бы вы их наносили на белую. Итак, я нанесла первый слой и отправляю в лампу. Второй слой, он корректирующий и особой толщины не нужно. Он перекроет какие-то недостатки, которые получились при первом нанесении. Отправляю в лампу. Этот номер 4628/1. Тоже написано английское название этого цвета, но я не буду читать, не буду коверкать. Такая же точно консистенция. Точно такой, как вы его видите на экране. В этот раз я настроила для неоновых цветов свою камеру идеально. Нанесу первый слой, красивый розовый неоновый цвет. Тоже нужно будет нанести в два слоя. Гель самовыравнивающийся, самораспределяющийся, он комфортный в нанесении, удобный в работе. Нанесла в первый слой и отправляю в лампу. Розовый неоновый продублирую вторым слоем. На втором слое гель-лак выглядит ярче, красивый, вырви глаз, огонь. Отправляю в лампу. Номер 4631/1. Как бы кажется, что это желтый неоновый, но на самом деле это вот такой вот лайм. Я не знаю, как настроены экраны ваших гаджетов, но я вот вижу на камере точно такой же цвет, как и в жизни. Не старайтесь нанести сразу с толстым слоем. Нанесите два тоненьких слоя, этого будет достаточно. Такой прям нежненький. Но на солнце, поверьте, он будет не такой безобидный. Отправляю в лампу. Продублирую вторым слоем. И второй слой становится немного ярче и плотнее. Отправляю в лампу. Переходим к пастельным цветам. Номер 4627/1. Розовенький. Такой нежный розовый пастельный. Плотность у этих гель-лаков немножечко меньше, чем у неоновых. Но это никак не умаляет их способности к перекрытию. Наношу первый слой. Первый слой прямо тоненький розовый нежный цвет, такой прямо нежный для любителей нежнятинки. Отправлю в лампу. 4627 перекрою вторым слоем. Немножечко цвет становится насыщеннее, равномерней. Отправляю в лампу. 4811 такой лилово-фиолетовый. Камера его никак не исказила. Несмотря на то, что гель-лаки наносятся в два слоя, они достаточно комфортные в работе, потому что если густые лаки нужно долго наносить, распределять, то эти наносятся буквально в 2-3 движения. Вот так выглядит в один слой, я отправляюсь в лампу. Дублирую вторым слоем. У этих гель-лаков нет никаких резких и неприятных запахов. Отправляю в лампу. 2982/1. Ментоловый цвет, модный в этом сезоне, как вы понимаете. Мне нравится, что эти гель-лаки пластичные, они очень удобные в работе. Прям комфортные для тех, кто любит наносить именно не густые материалы. Отправляю в лампу. Еще один слой, который добавит яркости и насыщенности ноготочкам. Красота! Отправляю в лампу. Это номер 3648/1. Вот такая вот еще одна нежнятинка голубая. Наношу первый слой. Эти гель-лаки не закипают в лампе, не подскакивают, не скукоживаются, хорошо и быстро высыхают. Если вы их посушите одну минутку в мощной лампе, то у них практически не останется липкого слоя на поверхности. Вот так быстро и легко наносится материал. Отправляю в лампу. Наношу цвет вторым слоем. Он становится немножечко ярче и насыщеннее, равномернее. И на этом пастельные, нежнятинские, вкуснятинские оттенки у меня заканчиваются. Я сушу в лампе и перехожу к другим, более ярким и насыщенным. Номер 3206/1. Посмотрите, какой цвет. Прям я не могу. Это какой-то маджента. Красота!
нанесу первым слоем, он наносится слегка прозрачным, но я как бы даже, знаете, толсто не наношу, прям втирающими, растирающими движениями наношу материал, но он как бы на полупрозрачной подложке, скорее всего на витражной, поэтому имеет вот такую неплотную консистенцию на первом слое, но это не беда. На втором слое мы все поправим. Отправляю в лампу. Я уже успела познакомиться с этим цветом и могу точно сказать, что достаточно двух слоев для того, чтобы полностью перекрыть ногтевую пластину без проблем и проплешин. Этот цвет становится ярче, насыщеннее в два слоя. После полимеризации этот цвет становится слегка матовый, имеет такой сатиновый финиш. Отправляю второй слой в лампу. И последний яркий красавчик под названием Sexy Red. И это вам не хухры-мухры. Номер 3209. Как вам это? Ой, какая красота. У этого цвета нет каких-то там сиренево-фиолетовых подтонов. Он такой чисто классический. Наносится плотно. Прям плотнее всех остальных. И да, достаточно будет одного слоя, но все-таки я рекомендую наносить в два тонких слоя, потому что цвет достаточно пигментированный, и чтобы не было никаких проблем с просушками, лучше два тоненьких слоя. Я прям уверена на 100%, что у вас есть клиенты, которые фанатеют по этому цвету. Отправляю в лампу. И еще один корректирующий, дублирующий слой, прям чисто символический. Прям высыхает мгновенно за 30 секунд, почти что без остаточной липкости. Он прям классический-классический. Отправляю в лампу второй слой. И как я уже сказала, это трехфазная система нанесения гель-лаков, поэтому обязательно наносим цветное покрытие на базу и перекрываем финишем. Вот сейчас я как раз перекрываю все свои образцы финишем. Вот так выглядят цвета, перекрытые финишем. Я сегодня прям довольная, придовольная тем, что мне удалось настроить камеру и настроить свет и передать вам в точности неоновые цвета. Пастельные тоже передаются один в один. Мои клиенты с радостью уже носят пастельные цвета, но ничего, дойдет время и до неоновых оттенков, еще не время, они как миленькие будут ходить у меня с яркими ноготочками. Все ссылочки на эти гель-лаки, номера вы найдете обязательно под видео, заглядывайте в боксик, там все очень подробно и популярно написано. Если вам понравился этот обзор, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой видеоканал, и мы обязательно с вами увидимся очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!